23 ноября с 14 до 17 часов в здании администрации сельского поселения совхоз имени Ленина прием населения будет проводить глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Предварительная запись на прием по телефону 8 495 548 65 82. В Ленинском муниципальном районе завершилась прививочная кампания против гриппа. Как отмечают медики, вирусная инфекция у привитых людей протекает в легкой форме. Поэтому в первую очередь вакцинации подлежат группы риска – дети, студенты, взрослые, работающие по отдельным специальностям, а также взрослые старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. На сайте администрации сельского поселения Молоковское можно ознакомиться с проектами благоустройства придомовых территорий сельского поселения. Пожелания и предложения можно направлять по адресу электронной почты admin-molokovo@yandex.ru с пометкой в теме письма «Проекты благоустройства». Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.